Николаевич, совсем недавно у нас прошло заседание межправкомиссии, и коллеги констатировали, что у нас в сфере экономики ситуация развивается весьма позитивно. За 10 месяцев текущего года 73% рост товарооборота. Это хороший результат. Но мы с вами вчера начали еще, и удалось втроем поговорить. Конечно, главный вопрос – это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом. Армяно-азербайджанские отношения, все, что связано с Карабахом. Так что, как и договорились, обсуждаем все эти вопросы детально. Спасибо, Владимир Владимирович. Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за приглашение и за организацию неформального саммита СНГ. Это уже становится хорошей традицией для СНГ. Конечно, вы правы, на данный момент главный вопрос, самый оперативный вопрос – это тот кризис, который у нас есть в Латинском коридоре. И, знаете, уже почти 20 дней Латинский коридор перекрыт. И это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Я хочу напомнить, что согласно трехстороннему заявлению президента Российской Федерации, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, Латинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев. И Республика Азербайджан гарантировала беспрепятственный проезд пассажиров, грузов, людей по Латинскому коридору. И сейчас получается, что Латинский коридор не под контролем российских миротворцев. И, конечно же, хотелось бы обсуждать эту ситуацию и какие есть варианты. И благодарю за такую возможность.